Спонсор этого выпуска – игровой интернет-магазин Steam Buy, в котором недавно ввели накопительную систему скидок до 15% для постоянных покупателей. Подробности и ссылка на сайт в описании. Бдё-бдё. Чё-как, зрители, это Гагатун, и сегодня мы будем с вами играть в полноценный Titanfall, который наконец вышел. И сразу скажу, что он на русском. Я не знаю, как они умудрились. У меня все поставлено, весь Origin на английский, все на английском, он все равно русский. И абсолютно никак нельзя это поменять, поэтому все разговоры в игре будут идти на русском. Лично меня это жутко бесит. Почему нельзя, как в Steam, менять языки, которые уже сейчас стало нормой, что ты можешь изменить язык? Я не знаю. Но, в общем, есть как есть. Может быть, как-то игру переустановить надо будет. Пока что мы будем играть, видимо, на русском. И я, если честно, очень этим расстроен. Злой физрук будет, видимо, играть с нами в сингл. Так как у нас пока что, говорю, ничего толком нету. Мы ничего не можем поменять. Будем играть простыми классами, которые изначально нам дают. Несколько раз уже к нам происходило какое-то подсоединение. Видно, что люди уже тут поиграли немного, но игра вышла буквально, по моим часам она вышла буквально 3 часа назад. И я где-то час до этого мучился с тем, что я пытался сделать английский язык, и она давала мне русский, поэтому. Экипаж, говорит Биш. Сегодня в 8 часов утра генерал Андерсон скончался от полученных ран. Все флоты всех... О, смотрите, как меня все люди. Короче, мы сами по себе. Мы сами по себе. Тут, видимо, сюжет будет рассказываться через какие-то вставки, которые будут в начале игры, но так как меня это не волновало, я все это пропустил. Для вас. Зато вы можете почитать, как все любят в чате меня, как все обожают кривой, сделанный Battlefield 4, который уже в интернете, то есть на ютубе, столько видео о том, почему он кривой, почему он не рабочий. Люди все равно любят этот кусок говна, поэтому я ничего не могу с этим сделать, я не могу их осуждать за дерьмоедство. Но мы в хорошем Titanfall, и я думаю, что сюжет тут будет. То есть сюжет, как сюжет, мне интересно, как он будет сделан. Мне уже интересно, почему он сделан через, как бы... через мультиплеер, и что тут будет тогда происходить такого? Так точно, Фантом-1. Цель рыть. Фантом-1. Я, кстати, ставил максимальную графику по возможности, так что буду надеяться. У меня только вертикальная синхронизация, походу, чуть-чуть глючит. Прыжок через 3, 2, 1. Оп! Мы телепортировались куда-то. Гражданский флот следует за нами. У большей части кораблей... Тёлочка, ты что-то не расскажешь? Выбора нет. Сейчас или никогда. Сейчас или никогда. Поехали. Ребята, я первый. Сосите. Интересно, видно, как я по сторонам смотрю? Туда-сюда. Ладно, я, в общем, эксперт уже. Я должен, в принципе, знать... А, это то, что... Это то, что на ядре показывали, по-моему. Я пропустил, как чувак Дэниум говорил там со своим роботом. Ладно. Я думаю, что мы еще успеем поиграть сингл. По захвату пунктов. Возьми под контроль как можно больше пунктов и подключи меня, а я позабочусь. Так, блин, у меня совершенно не то управление, которое я хотел бы видеть в своей игре. Какого хера? Что делает? Как подкаты делать? Блин, как делать подкаты? Стойте. Чё-то у меня все поменялось. Окей, я попытался поменять управление, пока меня управление, меня два раза умудрились убить еще. А что-то он не подкатывает больше. Как-то странно он подкатывает. Окей, у нас все захватили, кажется. Этот чувак. Что-то куча всяких термоедов неожиданно откуда понабрались. Так, давай, Титан. Блин, я пропустил кнопку. Да, я конечно, не играл уже какое-то время, поэтому чуть-чуть подзабыл вообще, что как происходит. Приближаешься к браво. Внимание, вас атакует еще один Титан.
И нахера он меня атакует? Сосите со своим вниманием. На моей стороне вообще что ли никого нет? Так, приятель, ты приближаешься к право. Остерегайся противников. Хорошо, приятель. Че, я у него на башке танцую, боже. О, красноглазка получает топливо. Теперь слышишь, ты по 6 раз, как красноглазка получает топливо. Пиздец. Топливная система завершена на 50%. Я рад за них. Мы снова все захватили. Мы контролируем все опорные пункты. Красноглазка получает топливо с максимальной скоростью. Я просто супер за нее рад, ребят. Почему я не могу подкатываться больше? Какая-то что ли кнопка не та, подкат что ли поменяли? Что происходит? Что, блин, происходит? Где мои подкаты? Я слышу, как кто-то бегает. Еще мы ее теряем. Свои оказались. Сучка! Уничтожен спектр! Ну и Б теряем. Мы потеряли опорный пункт справа. Доберись до него и подключи меня к системе. Так уж. Вместе с картой, приятель. Ты рядом с опорным пунктом право. Сучка, хватит цепляться! Подойди к терминалу поближе. Нет! Подойди к терминалу поближе. Какой ближе тебе? Чё тебе от меня надо было? Придурок. Come at me, бра! Come at me! Ну что, он тебя раздавить не может? Было бы смешно. Бу-пыщ! Просто. Получи новый уровень. Кто-то захватывает из наших, видимо, Б все-таки. Я его прикрою немного. Карта-то знакомая. Я могу как-то подсесть туда. Ой, я могу сесть. Я подсел. Эй, ребят, как дела? Нацелен пилот. Какой пилот на меня нацелен? Не надо, целься вот на этого идиота. Мы теряем Альфу. Так, кто тут еще есть? Мы потеряли Альфу. Черт, что за говно? Все умудряются убежать раньше, чем я их замочу. Но, кстати, вроде как проигрываем сейчас немного. Как у него ничего не попадает? Заколебали. Не попадает мне тоже нихера. Кто-то в меня целился, придурок. Че ты на меня целишься? Че я тебе сделал? Всего лишь выполняю свои задачи. Я всего лишь солдат на поле боя, блин. Рядом опорный пункт. Да нихуя себе! Блин! Искусственный интеллект, блин! Мы теряем Браво! Где? Где мы его теряем? Я захватываю Б, конечно, мы теряем Браво, потому что у нас лохи вместо игроков. А что это стреляет такое? Что это воображаемые выстрелы? Черт! Куда ты вылез-то? Блин, не в мой дозор. Не в мой... А, это мой титан стрелял. Ну-ка, давай. Ну-ка, засади меня внутрь себя, да. Ну, ядро урона, наверное, не взрываться будет. На, получай ядро урона, получай. На тебе, шлюха. Не насрать на мои критические повреждения. Миссия почти завершена. Так, ублюдок, ты думал, что ты от меня избавился, что ли, да? Нет! Как насчет сюрприз? Куда он улетел? Козел. Это красноглазка, мы на грани уничтожения! И срочно не туда!
Какая турель? Я уже все нейтрализовал, что я мог нейтрализовать. Осталась альфа одна. Мы же должны все, миссия выполнена. Мы победили. Accomplished! Блин, мне в попу настреляли, пока я пытался убежать. Все, ожидайте дальнейших инструкций. Отличная работа, миссия выполнена. Я получил свой третий уровень. Можно уходить. Но бой еще не окончен. Возьмите всех, кто остался. Не дайте им уйти. Нельзя эту штуку открыть как-то, нет? Я бы ее открыл. Что это происходит? Мне нужно их перехватить, окей. Нормально. Что ты не умираешь-то? Достаточно топлива, чтобы протянуть еще месяц. Внизу был полный хаос, видишь. Наша тактика никуда не годится. Мы же выиграли, не? Ни у кого из нас нет опыта командования войском такого размера. Нужно работать всем... Где перехват? Тут никого нету, блин. Вражеский корабль уже здесь. Уничтожь его. Ёпта, я сейчас сам себя взорву, походу. Пипец! Просто офигеть! Ну это просто 10 из 10, это была граната. Я даже не знал, что она настолько мощная. Опоздал. Все. Поезд ушел. Ну чё мы? Ну и мы неплохо играли, учитывая, что я 3 раза вначале умер просто из-за того, что я менял управление, и все меня мочили зачем-то. Не знаю зачем, не знаю почему. Ну, в общем, ладно. Пинг у меня, конечно, тоже не самый шикарный, но как обычно. Спасибо! Спасибо, Electronic Arts, за их сервера свои, которые меня любят всегда. И играешь на русском, конечно, тоже просто зашибись. Зашибись. Не могу я уже своего персонажа сделать, он дробовик зато открыл. Ну, можно теперь выбрать других титанов, например, танкистов. Танк. Внимание всем. Танк мне нравится. И все еще живы. Мы здесь и все еще живы. Часть нашего флота уцелела в рейде, прихватив топливо еще на месяц. Так я за кого играю? Я же должен их мочить. Просто я их мочу, но при этом я слежу за сюжетом с их стороны. Окей. Они должны, может, были проиграть? 2 часа назад мы получили сигнал. Что сейчас происходит? Ну это, конечно, интересно. На картах там нет никакой колонии. На картах. Просто это не нанесенные на картах колонии. Если это поселенцы, им нужно помочь. Глядишь, и заручимся их поддержкой. Удачи вам, пилоты. Конец связи. Четвертый уровень. Вот я уже тут, я уже не за горами. Но 15 уровней мы как нифиг делать должны набрать. Говорю, уже море опыта. Буквально сейчас. Еще 3 игры, уже 15 уровень будет наверняка. Тут все нубасы же, все нубасы. Ну, зато тут кататься может быть, тут вот эти. Колония. Какие наши координаты? Я тут вообще один. Я один в корабле. Первое отделение на месте. Колочка, привет. Looking good. Что там рядом с башней? Башня выглядит заброшенной. На улицах мертвые колонисты. Выживших не наблюдаю. Ясно. Пилоты, чё? Посмотрим, что тут. Рассредоточьтесь. Встреча у южных колонистов. Я сейчас как насмотрюсь. Они помогли. А где все остальные игроки? Они реально... А, они в других... А в других кораблях такая же тёлка стоит? Прикольно. Да это тёлка клон. Ну да, мы же уже с ними боролись, не? Чувак просто бегал как сумасшедший, не обращал внимания на то, что я тут... Я людей убиваю вообще-то. Я в процессе убивания. Мне, кстати, даже, кажется, не давали поменять ладаут, или я просто не обратил внимания на это. Я еще самым стандартным ладаутом, походу, играю, который можно представить. Это просто дезматч. Соси. Какие-то борзые прям. Ох, нихуя ж. Меня замочил спектр. Я не знаю. Наверное, я впервые, когда я был убит ботом. Это было дофига там. Внимание,
Но и спектры, они как бы не такие слабые. Куда этот чувак убежал? Там был чувак, я видел чувака, он убежал. Чихуя! 2% жизни не осталось. Ох. Все. Я сейчас вызову титана на кому-нибудь на башку. Не хочу я просто так его вызывать. Так, соси. Все хотят меня почему-то убить ногой. А, убежал. Авточитан уничтожил спектра, он походу свалился все равно кому-то на башку. Ты кто такой? Че тебе от меня надо? Да ёпта, блин! Этот, блин, столпился и нельзя было уйти оттуда. Че же это ж слабая херня? Где-то улететь должен был. Я его не вижу только. Наверное, тоже был с этим. С невидимостью. О, черт, он прям приземлился наверх, что ли? Наверное, повтор, давайте посмотрим. Да, он походу рядом со мной приземлился и чуть выше меня, поэтому я его не заметил. Удалось выделить только голос. Включаю воспроизведение. Удалось выделить только голос. Ну какого хера? Я начал стрелять в неё первого, меня застрелил. Что за фигня? Хорошо. Тупой пинг, что ли, от электромикарца меня опять подставляет, или как это объяснить? Вот это что было. Окей, походу чувак знает, как это работает. Так, ну уже тебе нету времени убегать никуда. Мне даже никаких очков за уничтожение Титана не дали. То есть, по крайней мере, мне не написали об этом. Привет, ребят, как жизнь? Я тут постою немного. А! Чёрт, его уже уничтожили за меня, похоже. А, просто так тебе... Я понял. Проведу анализ голоса, на это нужно еще немного времени. Что за фигня? Черт! Черт! Так. Пилот, титан будет готов через 2 минуты. Чё у меня там будет готово через 2 минуты? Мы сейчас выиграем все равно. Чуть не подзабрали, не подзорвали мне задницу. Валю его. Да, я идентифицировал говорящего, но этого не может быть. Этот парень исчез еще 15 лет назад. Да чувак просто выскочил вместо того, чтобы катапультироваться. Его зовут Макава. Эй, да пацан, Макава, давай, постреляй меня. Он был легендой, но не на наших стороне. Чё, как? Тупая нога. Хорошо, выясни, откуда... Он даже не может ногой правильно махнуть. Миссия почти завершена, но АМС не... Ну, наконец-то, миссия почти завершена. Отстаньте! Чё там вы меня тут вызрепите в задницу прямо? Куда я телепортировался сейчас? Ну, хоть кого-то я убил. Уже какой беспредел? Просто уже просто непонятная вещь начинает происходить. Так. Окей, это вражеские титаны. Лучше не попадаться на глаза лишний раз. Отлично, пилот!
Мы надрали им... Куда ты бежишь, ёпта? Сейчас у меня задавит. Я уже почти определил местонахождение выживших. Да, мы уже почти определили, да, но я попробую не дать этому чуваку никуда уехать. Кто бы вы ни были, назовите себя. Да какая вы... Ёпта! Они пытались выследить вас. И чё, я застрял? Окей. Долбанное ополчение. Мы не хотели вашей войны, так вы... Мы не хотели вашей войны. Устроили резню умерших жителей. Мы откликнулись на ваш сигнал бедствия. Повторяю. Мы, кстати, их мочим, мы постоянно мочим ополчение. Это Джеймс Макаллан. Сука. Зато я... Зато тебя нету больше. Где был этот стрелок сраный? Че он там делал? Тот бегает там по крыше, он вообще ничего не замечал, пока меня не убили. Тебе не стоило объявляться, Макаллан. Рейпс. Рейпс — это то, что тут на карте происходило. Если думаешь, что можешь отсидеться, то ты кретишь. Теперь мне точно не до грез, сукин ты сын. Все, тут серьезное дерьмо происходит. Я просто с этими, как наши, все равно произносят слова какие-то. Все равно это так несерьезно всегда звучит. То есть на английском ты мог бы, типа, окей. А на русском звучит просто как... Ты сукин ты сын. Как будто это какая-то пародийная озвучка какая-то. Ладно, вообще я, наверное, на этом закончу пока что для себя игру сингл, потому что хватит. А если вам понравился этот ролик, то не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарий, ставить палец вверх, а также рекомендовать этот канал друзьям, потому что я всегда рад новым подписчикам. На этом все, пока и обдё-бдё!